У нас урок рисования в группе матрешки сегодня. Вот все листики рисуют осенние. И написали... Это вы все написали осень, ребятки? Сами? А кто написал за тебя? Кто? Сами. Сами или Катя написала? Кто? Нет. Они... Сами писали. А я нарочно спрашиваю. Сами писали. А Катя скорее отвечать. Ага. Не-не, я не пишу. Ребятки, сами написали? Как здорово. Очень красиво у тебя получилось. Но... Так, а что у тебя черный лист это? Черный берешь цвет? Не надо черный. Черный весьма популярный цвет. Я тут ну, осенние листья, желтые. Какие у нас цвета осенние? Смотрите. Посмотрите, вот мисс Оля показывает нам, тетя Оля показывает. Скажи, какие листья? Смотрите, они же желтые. Да. И черные это уже какие-то листья, которые уже в пожаре побывали. Компост. Да, ой, красиво. Оранжевые должны быть, желтые или красные. Да, вот красиво. Некоторые зелененькие остаются листики, да? Ну, торабеллы фиолетовые как-то получаются у нас, да? Вот. У Даник, Даник, вот зелененькую можешь добавить чуть-чуть. Вот, 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 видишь, как красиво, да. Кстати, у Даника очень хорошо получается. Здесь уже много воды налил. Красиво. Обязательно фон тоже не забудьте сделать какой-нибудь потом. Да. Чтобы полностью была картина закончена, обязательно фон нужно сделать. Молодцы, ребятки, как красиво рисуют. Как здорово. Подожди, вот это надо сделать на листиках. Вот это здорово было бы на листиках. То, что ты сейчас сделал. Да, я тебе чуть-чуть водички добавлю. Сережа, не треши на этом месте. Когда ты трешь, ты немножко стираешь. Уже это, девчонки, уже без 5-7. Мы уже заканчиваем, да? Давай, Денечка, рисуй, рисуй, не ленись. Денечка, давай мой сладкий, давай оранжевый. Где оранжевый у нас? Ищи. Вот, давай-ка вот так вот. Раз, 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 раз. Смотри, видишь, как получается, красочка сразу достается? Это кончил! Видишь, как красиво, давай. Я тоже кончил! Я закончил! Не, подожди, ты, во-первых, ты не написал слова. Он сначала написал, но он потом на бумажку влил всю воду. А, ну значит, надо ему еще фромастер дать один, чтобы он написал. Ладно. Я закончил! Закончил, отлично. Положи, сейчас мы будем сушить это все. Молодцы, ребятки.